Добро пожаловать в игрушку под названием Resident Evil 4 Remake. С вами канал AlexPlay, и в этой серии вам покажу скиночки Deluxe издания. Всем приятного просмотра. Ну, во-первых, костюм на Леона. У нас есть героический костюм на Леона. Также есть Леон-злодей, повседневный костюм и костюм-романтик. Также у нас имеются аксессуары, это темные очки, обязательно их примерим. Костюм на Эшли по умолчанию, повседневный костюм на Эшли, тут похоже она на Эмочку, и костюм романтика. Также у нас есть фильтры, фильтр герой, фильтр злодей. Оригинальная музыка, можно включить-выключить. И также есть два уникальных оружия, это пистолет и короткоствольный дробовик. Я вам обязательно их всех покажу. Первый костюм классический. Что же нам делать? Твой отец мне верит. Так что придется поверить и тебе. И делать все, как я скажу. Я верну тебя домой. Ладно. Ладно, Леон. Обычные классические костюмы Леон и Эшли. Смотрится довольно-таки неплохо. Мне нравится, что она убегает. Ее не так-то просто попасть. В принципе, в нее и невозможно попасть. Давайте возьмем героического Леона. И включим героический фильтр. Интересный героический фильтр, как будто бы старая кинопленка. Смотрится довольно-таки прикольно. Так, прыгнись. Уф. Какая мерзота. Как будто бы какой-то осьминог приклеился к голове, присосался. Давайте попробуем выбрать Леона злодея и также поменяем фильтр. Фильтр поставим на злодейский. Оригинальные звуки и музыка. Давайте отключим. Продолжить. Леон злодей и злодейский фильтр. Ну, смотрится прикольно. Довольно-таки неплохо. А тут осьминожка не появилась. Давайте возьмем повседневный костюм Леона. Возьмем повседневный костюм на Эшли. Фильтры также мы с вами уберем. Оригинальные звуки выключим. Погнали. Повседневный костюм смотрится довольно-таки неплохо. И мне нравится здесь Эшли, такая очень яркая. Яркий костюмчик. Если вам тоже нравится, ставьте лайк. Эшли, красотка. Ой, кажется, опять осьминожка вылезла. Как он теперь заряжается. Фильтр героя не убрал. Давайте его выключим. Возьмем романтического Леона. И возьмем с вами романтическую Эшли. Должно смотреться довольно-таки неплохо. Продолжаем. Что же нам делать? Твой отец мне верит. Так что придется поверить и тебе. И делать все, как я скажу. Я верну тебя домой. Ладно. Ладно, Леон. Смотрятся они довольно-таки неплохо. Мне кажется, очень милая такая парочка. И свечи, романтика. Блин, ну, выглядят они классно. Хорошо подходят друг к другу.
Также нам доступно два оружия. Это пистолет Страж 9, модифицированный пистолет для борьбы с биотеррористами. Универсальность и высокая точность стрельбы делают его надежным решением. Сила на первом уровне 1,1, боеприпасов 19, перезарядка 0,90, скорострельность 1,19, точность 4. Свойства: доступен лазерный прицел. Давайте посмотрим его. Девятнадцать патронов и один в патроннике. Итого 20. Довольно-таки быстро стреляет, причем он только что не прокачанный. И второе оружие – короткоствольный дробовик-головолом. Дробовик с укороченным прикладом и обрезанным стволом. Компактные размеры позволяют легко управляться с этим удобным оружием. Сила 5,4 на первом уровне, боезапасов 2, перезарядка 0,98, скорострельность 0,49, точность 2,30. Мне очень понравилось, как он перезаряжает оружие. Очень красиво. Да блин. Также в Deluxe издании доступен оригинальный саундтрек и расширенная карта сокровищ. Ну, давайте посмотрим на крутые очки Леона. Вот так они выглядят. По-моему, неплохо. Надеюсь, вам понравился видеоролик. Ты поддержал его лайком. Также подписывайся на канал AlexPlay. На данном канале мы проходим с вами Resident Evil Remake на хардкоре. У нас уже вышло две серии. И скоро уже будет четвертая. Обязательно пройдем, ребятки, вместе с вами данную игрушку на стримах. Поэтому заглядывай на канал AlexPlay. Мы с вами проходили все части Resident Evil. Почти все части прошли. Второй, третий, четвертый, даже оригинальный мы с вами проходили. Также пятый, шестой проходили. Седьмой, конечно же, восьмой. Это очень крутые части. Вот. В общем, будет много контента, много Резидента. Также мы с вами играем в Dead by Daylight. Там тоже у нас есть Леон. Есть Альберт Вескер и много персонажей из данной серии. Есть Ада Вонг. Поэтому заглядывай на канал AlexPlay чаще. Ждем тебя. Ждем тебя на стримах. Всем до скорого. Пока-пока. Также вступай в наш Discord сервер. Ссылочка в описании. Еще увидимся, бро. До скорого.